еще остались кое-какие дела. Но? Что у тебя с янтарем? Прости, пока нет. Но мой помощник устроил очень много шума. Уверена, все будет в порядке. Ты... удар. Щука внизу. Синяя бабочка. Интересно. Я все нашла. Ага. А я принес, что ты просила.
Это плохо. Паразит реагирует на янтарь. Так это янтарь? Вполне в стиле Вескера. Обезвредим паразита. Хотя бы на время. Ну что? Будь здорова. Но помни, это на время. Надо еще как-то извлечь паразита. Уже должно сработать. Бери янтарь и беги. Вернешь мне этот чертов камень, когда паразит уснет. И бросит тебя? Нет, не дождешься. Хватит, я справлюсь. Ты же еще что-то обещал. Ладно, только найди меня, когда разберешься. Янтарь Луиса. Надо искать. Thank you.
следы Луис. Он прошел здесь. Дальше вниз. Это что? Что ж, вы справились, мисс. В продаже есть очень редкие вещи, леди. Это все, что я могу сделать с этим оружием. Хотя... Нет, проехали. Нам все равно, рубины или рванина. О. Куплю по высокой цене.
надеюсь, прошу вас. Поверьте, я продаю много отличных товаров, леди. Готов купить почти все. Спасибо. Лучше, чем сейчас, уже не будет. Это ведь истинный шедевр. Что, это все? Подкопите, и тогда приходите. Что-что? Как нам удалось добыть... Вы уж там поосторожней! Гнездо? Надеюсь, его хозяев здесь нет. Гнездо? Надеюсь, его хозяев здесь нет. Заперто. Никак. Я не поплыву.
что надо. Интересно, как долго он здесь жил? Не открыть. Thank you.
прошу вас. Итак, чем я могу вам помочь? Драгоценный, я знал, что вы справитесь. Так, какая из ваших пушек дал... Я... Буду у вас... Заходите, леди. Славная сделка. У вас есть купон? Славно. Выберите оружие, леди, и я сотворю с ним чудо. Вот что вы выбрали. Вы удивлены, да? Ха-ха, наше мастерство достойно такой реакции. За ножом надо регулярно ухаживать. Его лезвие – грань между жизнью и смертью. Попробуйте теперь. Чем еще? Надеюсь, мы еще увидимся, леди. Прошу вас. Нам все равно, рубины или рванина. Разница лишь в цене, которую... Леди! О, я щедро заплачу вам за это. Славная сделка. Готов купить почти все. Славная сделка. Что может быть приятнее, чем переделать? Это весьма тонкая работа, ледь. Я буду... У вас ждать. Прошу вас. Поверьте, я продаю много отличных товаров, леди. Запасайтесь, пока можно. Вы... И уж там поосторожней.